Главный тренер Томми Валерий Петраков подвел итоги домашнего матча с Сибирью 1-1. В 29-м туре ФНЛ мы провели хорошую игру по содержанию, имели игровое преимущество. К сожалению, не добились победы. С чем это связано, у нас есть внутренние моменты, которые мы обсудим на разборе игры. По первому тайму считаю, что некоторые футболисты в группе атаки играли неправильно. Острота была, но в целом игру хотели построить по-другому. Когда мяч доходил до линии атаки, либо теряли мяч, либо упрощали игру, так что создать что-то было сложно. Во втором тайме грубейшая ошибка Пулича привела к голу, и после этого мы прилагали максимум усилий, чтобы перевернуть результат. К сожалению, сумели забить только один мяч, недоволен качеством судейства, нужно иметь понимание в моментах, когда идет борьба, нужно давать побороться. Когда игроки прыгают, симулируют, арбитр на все эти моменты подается, идут затяжки времени. Я не говорю, что это кардинально поменяло ход игры, но хочется, чтобы судья давал побороться, поиграть. Если подытоживать, результатом сегодняшнего матча категорически недоволен. В перерыве предупреждал игроков, не забудьте выйти из раздевалки, как в предыдущих играх. Но вновь начинаем играть несобрано, совершаем детские ошибки, у меня это тоже вызывает удивление, цитирует Петракова сайт ФНЛ. Ротор Волгоград прервал серию Енисея из 6 матчей без поражений.